Меня Слава попросил поиграть за ребят, потому что ему нужны спарринги. Вот, а я, честно говоря, давно не бегал и с удовольствием, даже с энтузиазмом воспринял это. Как бы куму, другу помочь, это же святое дело. Вот, честно говоря, я получил удовольствие, побегал. Надо тренироваться, если я хочу бегать, как бы, ну, нормально, нормально. Оно как бы, оно где-то забывается, где-то не забывается, где-то двигается, где-то не двигается. Все хорошо. Я получил колоссальное удовольствие, на самом деле. Вот. Все-таки это команда, которой руководит мой друг, и я хочу, чтобы у него все сложилось, чтобы команда выигрывала. И, честно, вот, ну, может быть, это мое какое-то субъективное мнение, и, скажем так, они еще молодые для этого, но все-таки хочется немножко больше жесткости, скажем так, только в хорошем смысле именно, ну, может быть, такой мужественности, наверное. Все-таки они играют немножко все-таки в детский баскетбол еще. Вот для меня сейчас это был замечательный вариант, как бы без травм, без ничего, без такого контакта, как бы очень все хорошо. Но вот где-то вот в проходе, я так смотрел, им нужно плечо вставить, они не вставляют, где-то там, может, пожестче там спину поставить. Но это все придет, наверное, с опытом, как бы требовать от них все сразу, у них, ну, как бы плохо, наверное, но хочется, знаете, вот со стороны все-таки хочется. Я хочу, я не знаю, я не видел другие команды, честно, меня Слава приглашал, когда они играли здесь товарищеские игры. У меня не получилось приехать посмотреть. С Россией они играли, по-моему, да. Вот я хотел посмотреть все эти игры, не получилось. Все-таки хотелось посмотреть другие команды, как бы, ну, уровень. Я не знаком с детским баскетболом, поэтому я не могу сказать, на что они могут претендовать. Но, честно, я хочу пожелать им только первого места. Вот, Славе лично ему это нужно. И вообще достойно выступить. Я думаю, у него хороший тренерский штаб. Все-таки у него опытный человек сидит на скамейке, который может ему подсказать в нужный момент. Хотелось, я Славика не слышал сегодня во время игры. Хотелось, наверное, чтобы он немножко тоже был пожестче с ними. Как бы. Им это нужно, в хорошем смысле слова. И удачи, я хочу пожелать удачи. Вот. Я буду следить за ними, на самом деле. Ну, достаточно успешно прошел эксперимент. Все-таки ребята как бы играли более с опытными ребятами. Конечно, кондиции не те, как у 16-летних ребят, но все-таки добавили как бы изюминки своим опытом и где-то хитростью. 20-го мы уезжаем в Сербию, в Белград. Будем играть со сборной Сербии. Ну, как бы хотелось бы, конечно, завершающий аккорд сыграть как бы со своими сверстниками, которая достаточно сильная команда. И сербы котируются как бы в Европе, и поэтому, я думаю, должно нам тоже пойти на пользу.